С наступлением эпохи роботов многие специалисты стали обоснованно бояться, что вскоре их рабочие места займут машины. Продавцы, водители, бухгалтеры, юристы и даже журналисты в ближайшие 20-30 лет будут испытывать серьезную конкуренцию со стороны компьютеров и устройств на базе искусственного интеллекта. На кого теперь нужно учиться студенту сегодня, чтобы впоследствии не оказаться не у дел? Именно об этом пошла речь 21 февраля в рамках проекта «Мост», на котором традиционно выступают известные выпускники Казанского федерального университета. Уже традиционно гости мероприятия представляли 4 сферы профессиональной деятельности – IT-технологии, образование, наука и менеджмент. Размышляя на заданную тему, управляющий партнер группы компании «Технократия» рассказал участникам «Моста» о своем нелегком профессиональном пути. Булат Ганиев подчеркнул бесценный вклад «Альма-Матер» в становление его как специалиста. Что мне дал университет, наверное, если об этом говорить, то это в первую очередь там какие-то контакты. Если говорить, то есть по-честному, наверное, то все вещи, которые мне приносили какие-то коммерческий успех, это было какое-то знание, которое я там получал, наверное, для себя как-то в свое время сам. И мы действительно как-то уже курса там, наверное, с третьего, второго пытались с друзьями там основывать какие-то бизнесы, пытались заниматься видеосъемкой, там, придумыванием рекламы или еще чем-то. А вот Диляра Залялиева, с отличием окончив Казанский университет, ведет предпринимательскую деятельность в сфере образования с 2010 года. Дошкольный университет «Мозаика Репаблик», основателем которого является Диляра, почти 6 лет помогает детям с ранних лет искать свое предназначение в жизни. Сферу науки представил Марат Гафуров, который сейчас является старшим научным сотрудником стратегической академической единицы «Эко-нефть». А сферу менеджмента представила Гузель Камалова, руководитель отдела персонала компании «Лизинг Трейд». Сегодня я как считаю, что будет затронута очень хорошая тема в плане профессии будущего. Я, как рекрутер со стажем более 10 лет, смогу об этом, наверное, из первых уст рассказать и рассказать, какие профессии будут актуальны в ближайшее время. Что такое профессия будущего для меня, для самого, секрет? Поскольку они меняются практически каждые 5 лет, профессия будущего, ну, как мы считаем, она все время другая. Ну, конечно, поскольку я физик, буду рекламировать физические направления, физику и математику. Зрители «Моста» задались вопросом, что теперь делать студентам, которые получают образование сегодня, и чего ждать. Спикеры мероприятия абсолютно убеждены, чтобы остаться на плаву, нужно постоянно подстраиваться под изменяющуюся среду, быть в контакте с окружающими и, главное, сохранять свое чувство идентичности и систему ценностей. Более того, будущее рынка рабочего труда открывает новые возможности для реализации. Главная проблема не в том, чтобы создать рабочие места, а в том, чтобы ставились такие задачи, с которыми человек справлялся бы лучше, чем алгоритм. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.